С утра до вечера в многоквартирках раздается стук молотка, рык бензопилы и шум дрели. Но для жителей эти звуки лишь в радость. Работы идут полным ходом. В Березниках сразу несколько МКД попали в региональную программу по капитальному ремонту. Один из них — пятилетки 42. Он был построен еще в 1952 году. Капитальное обновление дома избавит жителей от насущных коммунальных проблем. У меня сосед на верхнем этаже, Андрей, он все время жаловался, что там течет, ну это же естественно, столько ничего не делайте, и, конечно, естественно будет течь. Ну а если сделаю, то будет хорошо. Мы собрали собрание на договор, чтобы нам фасад, но вот как крышу сделают, так будут фасад. У нас все запланировано, фасад будут красить. Красить будут, ну где там... Лепнинки вон там под крышей идет, не очень, ну, неплохая, поэтому будут все восстанавливать. Ремонтные работы сейчас ведутся на 24 многоквартирных домах в Березниках. Всего в ходе капремонта предполагается проведение около 688 видов работ. Подрядчики проводят ремонт крыш, фундаментов, а также замену инженерных сетей. С наступлением благоприятных погодных условий будут ремонтировать фасады. Немаловажным является сохранение архитектурного облика зданий и возвращение былой стилистики. У нас на территории города есть многоквартирные дома, которые выполнены в стиле советские. При проведении капитального ремонта и стиль, и архитектурные элементы будут сохранены. Более того, в 2022 году разработана, утверждена концепция колористического решения, и при проведении ремонтов обязательно соблюдение требований этой концепции. В концепции установлены требования к внешнему облику зданий. Отмечу, в рамках региональной программы, утвержденной по поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, в 2024 году работы по капитальному ремонту запланированы еще в 30 территориях. Среди них Пермь, Чусовой, Соликамск, Краснокамск, Оса, Александровск, Горнозаводск и другие населенные пункты. В общей сложности в 2024 году будут обновлены 428 объектов. Условия проживания улучшатся для более 50 тысяч жителей региона. А я напомню, после завершения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов действует гарантийный срок 5 лет на все выполненные работы. В течение этого времени подрядная организация несет полную ответственность за качество. Так, в случае выявления дефектов, подрядчик должен устранять их за собственные средства. Алина Дудина, Алина Закиева, Кирилл Яранцев. Наши новости.